замок принадлежал трем поколениям моей семьи. Что бы ни случилось, мы не сдадимся. Нужно спешить. Твой кузен, Гиде Лузиньян, знает тех, кто может помочь. Найди его. Отец сказал, вы поможете. Ты пришел не к тому кузену. Я могу заплатить. Нам обоим. Твой брат очень щедрый молодой человек. Он тебе платит. Взгляни на себя и скажи, что часть тебя не умерла. Может, мне стоит просто забрать деньги? Ты уже все забрал. Ты пришел, потому что это правильно. Да что ты в этом понимаешь? Разве мы не семья? Они идут! Эти руки моются английской кровью! Что скажете, воины? Отпусти ее и будешь жить! Англичанин! Где мой сын? Это не просто наш дом. Это кровь для всех живущих тут. Возведенный в надежде на лучшую жизнь.